валяния из натуральной овечьей шерсти. Процесс заключается в валянии иголочкой шерсти. На иголочке насечки, шерсть в виде ватки пышная. И вот от многократного втыкания получается какая-то форма. Ну вот форма, я люблю зверей, поэтому мое творчество направлено на них. Мы изготавливаем изделия ручной работы из натуральной кожи. Шьем все вручную здесь, на территории города Вологды. На примере, допустим, кошелек Лонгер, длинный кошелек, в котором деньги не сгибаются пополам. Есть такая примета у некоторых людей, кто видит приметы, что деньги нельзя мять, сгибать и так далее и тому подобное. Вот это для них такие кошельки, очень вместительный, функциональный. Занимаюсь росписью по дереву русского севера на территории Вологодской области. Раньше это была губерния, Архангельской губернии, и Коми, Карелия традиционно бытовали росписи. Я изучаю, переношу на предметы современные, чтобы они дальше жили в домах, и дальше развивался этот промысел. Нравятся мне лошадки. Они вырезаны тоже вручную и нанесена роспись. Дополнительно рассматриваться вопросы будут докапитализации, помощи, соответственно, в реализации продукции. То брендирование, которое сейчас уже, та работа по брендированию, которая уже сделана, она имеет определенные результаты. Мы же видим и отмечаем, что уже такие серьезные маркетплейсы, как Озон, наша вологодская продукция, наших ремесленников уже есть. То есть и то, что касается поддержки именно производства и выделения кредитной линейки для подготовки производственных площадок, ремонта площадок, закупки оборудования. Вот эти все вопросы мы сегодня с коллегами обсудим. И в первую очередь важно, и о чем говорит Георгий Юрьевич, важна обратная связь, чтобы те меры поддержки, которые обсуждаются у нас, они были синхронизированы с теми предложениями, которые есть от наших ремесленников.